Группа «Игра слов». Микрофон, крик толпы, восторженный стон многотысячного зала, где она только блистала, и теперь ее фигура на вершине пьедестала. Улыбка открыла белоснежные зубы, восхищаясь ей, кусаю себе губы. Она целует тех, кто на ступени ниже, победить который раз Алина не вышла. Почтенный господин ей вручает медаль высшей пробы, золотая сталь. Произведение искусства спортивного жанра. Перед вами грация с картины Леонардо, Рафаэля, Пикассо, Рубенса, неважно. Написать ее желал бы мастер каждый. Я как художник совершенную пишу картину. Для вас рисую Кабаеву Алину. Сердце загорается надолго в небе и переплетается, как лента вместе. Маленькая тайна есть у каждого в сердце. Там она танцует за невидимой дверцей. Для вас рисую Кабаеву Алину. Алину. Для вас рисую Алину. Сияние звезд далеких, свет планет лечет чаще то, чего у нас нет, недосягаемо. Не 100%, а 200. Нам невозможно быть с тобой вместе. Пропасть между нами, мосты разведены. Остается лишь принять гримасы судьбы, которая, кривляясь, подставила подножку ненарочно, просто посмеялась немножко. Ложно верить в идеалы, творить себе кумиров, вера самая крепкая. Может быть разбита, либо связывает строки, точно паутина. В начале было слово, это слово было Алина. В устах поэта лирика становится бессмертна, продолжением дыхания его произведения. У скульптора в руках оживает глина. Я делаю шедевр из имени Алина. Загорается надолго в небе и переплетается, как лента вместе. Маленькая тайна есть у каждого в сердце. Там она танцует за невидимой дверцей. Стараюсь успевать встречаться с молодыми людьми, и мне интересно находиться в этой компании. И, можно сказать, что расслабляюсь и очень люблю находиться в веселой компании. Друзья, в спортивном мире есть...